В зале нет свободных мест. Девушки в элегантных платьях, молодые люди в строгих костюмах. Выпускной для 200 студентов академического колледжа стал большим праздником. Практически все наши выпускники уже трудоустроены, так как у нас тесные связи с нашими социальными партнерами. Это крупные предприятия, строительные предприятия, предприятия малого бизнеса. И, конечно же, большинство выпускников, работая на этих предприятиях, будут продолжать обучение на очной и на заочной форме в Международном инновационном университете. Со сцены в словах, песнях и танцах звучали пожелания от студентов, педагогов, родителей. Выпускной провели в стенах Международного инновационного университета, учредителя академического колледжа. Сюда, это для себя уже решили 90% выпускников, они отправятся получать уже высшее образование. А для тех, кто выберет другой путь, диплом академколледжа станет визитной карточкой, куда бы они ни пошли работать. Здесь мы прошли действительно очень хорошую школу, которая помогла нам обрести себя. И вот главный момент – вручение документов об образовании. На сцену пригласили обладателей красных дипломов. Таких в этом году 14. Диплом получил и директор колледжа. Это благодарность от администрации города. Студенты и преподаватели активно подключились к волонтерскому олимпийскому движению. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в учебно-воспитательном процессе и помог получить среднее специальное образование. Хочется сказать спасибо директору Ашоту Саратовичу, прекрасным педагогам, любимым родителям и всем тем, кто был причастен к этому событию. Выпускной стал праздничным не только для тех, кто получил заветные дипломы, но и для преподавателей, ведь именно их трудом подготовлены профессионалы, которые будут востребованы не только в Сочи, но и за его пределами. Инга Габеша, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.